Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Yadvaita Radha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Прежде всего, я предлагаю свои смиренные, уважительные поклоны лотосным стопам моим Гурупад Падма, Истерфишна Штампадма, Штата Рашата, Шришима, Шриданти, Пай Махараджа, также Интерфишна Штампадма, Штата Рашата, Шришимат, Бхактивиданта Шрила Нарайана Госвами Махараджа. Также я предлагаю свои смиренные дандават пранамы в лотосном стопам, Нитили Пришна Штапата Штараш Шишимат Бхактивиданте, Свами Махараджа, Шидар Госвами Махараджа, также Чирпат Манаку Махараджа. И всем я предлагаю свои смиренные уважительные поклоны и моим уважаемым гостям. Мы продолжаем обсуждать важность Радха-ятры и в особенности высочайшее настроение Господа Чайтанья Махапрабху. Сачинатана Гаура Хари, ты сам Кришна. Но по особым причинам он явился в эту Кали-югу в образе Шри Чайтанья Махапрабху. То есть Кришна, сам Кришна пришел в эту Кали-югу как Сачинатана Гаура Хари, Антар Кришна Бахир Гаура, Шрила Джива Госвами Пад, Сандарбах объясняет, Антар Кришна, то есть внутри он Кришна. Внутри он Кришна, Бахир Гаура, а снаружи его цвет тела похож на Гаура, золотой. Попробуйте понять, что наше тело и душа — это разные вещи. То есть живое существо и тело — это абсолютно разные вещи. Но Бхагаван, Господь, Он один. Деха Дехи. Нет, у Него нет разницы между телом и душой. То есть у Господа тело и душа — это одно и то же. И цвет его тела, и он — это также одно и то же. Мы не можем этого понять. Мы пытаемся все понять в соответствии с материальным понятием. Мы не можем этого все понять. Это Ачинтья Татва. Ачинтья означает, что непостижимое, то есть в соответствии с нашими материальными доводами мы не можем понять трансцендентных вещей, прокрытие доваре, то есть это лежит вне нашего материального понимания. Таким же образом Кришна и его тело, душа, его чувства — это все одно и то же. И также Махапрабху. Внутри он Кришна, а снаружи Гаура. То есть светлого цвета тела, как цвета расплавленного золота.
И кто же та Таптаканчина, Горанки, Шримати Радхике? То есть она полностью покрывает Кришну. То есть Кришна, он полностью покрыт Шримати Радхикой. Махапрабху — это Кришна и Радха вместе. И Шрила Прабхупада, он сказал, что Гора, Го — это Говинда, а Ра — это Радха. Гора — это Сачинандана Гора Хари, то есть Радха и Кришна вместе. Гора означает Говинда, и Ра — это Радха. Гора Хари. И зачем он пришел в этот материальный мир? Сваруп Дамодара объясняет в этой шлоке Шри Радхая Праная Махима. Таким образом, Сачинандан Гора Хари, сейчас он думает, я Радха, и мой возлюбленный Кришна, он оставил меня. Он оставил меня и отправился из Вриндавана в Матхуру, потом в Двараку. Вчера я говорил Шримати Радхике. Все это очень прекрасно объясняется в Шримад Бхагаватам. Как гопи встретились с Кришной. В том же настроении Шри Махапрабху. В Шримад Бхагаватам говорится, что Махапрабху в том же настроении Радхи говорит, что я Радха, и сейчас в разлуке я, после разлуки я встречаюсь с моим возлюбленным Говиндой. И вот это настроение, Господь Читана Махапрабху, в этом настроении он льет слезы, чувствуя сильное настроение разлуки. Например, также в этом материальном мире, когда если с кем-то расстались, если у вас забрали ребенка, сына, и через несколько месяцев вы встречаетесь с ним, и что же вы будете делать? Вы будете смеяться? Нет, слезы польются из ваших глаз. Вы обнимете своего сына и начнете громко-громко рыдать. И что же это? Какое же блаженство будет внутри, а внешне вы будете лить слезы? И слезы будут катиться из ваших глаз. Вы не можете понять. Например, если вы потеряли что-то очень дорогое, дорогое сокровище, и вдруг у вас это отнимают, это пропадает, и вы будете чувствовать разлуку с этой вещью. Таким же образом, что будет происходить в вашем сердце? Наши Госвами в Грандх объясняют, это настроение наивысшее, что же говорить? Объясняется, что Шримати Радхика встретилась со своим возлюбленным Говиндой. И Радха и Лалита спрашивают, о, Радхика, как ты себя чувствуешь при встрече со своим возлюбленным Кришной? Шримати Радхика отвечает в этой шлоке. Если кто-нибудь даст мне очень много денег, и скажет, что, ну, я тебе дам денег, так, например, кто-то Шримати Радхике говорит, а ты мне отдай своего возлюбленного на несколько минут. Возможно, ты мне отдать Кришну? Нет. Например, зимой так сильно дует холодный ветер,
Например, как в Сибири, минус 20 или даже больше, необходимо теплое пальто. Здесь только снега. Внутри дома очень хорошо. Тепло, смотрим в окошко. То есть внутри очень здорово домиков, но снаружи, но если вы выходите из комнаты наружу, большая проблема. Зимой без бхакти. Зимой без одеяла невозможно. Одну секунду невозможно стерпеть без теплой одежды и одеяла. Я встречаюсь с моим возлюбленным. И одной минуты я не могу выдержать. Это длинная история. Например, когда дождь идет, что вам понадобится? Зонтик. Также в океане без лодки никак. Например, одна лодка, и там может поместиться только один человек. Вы дадите свою лодку? Невозможно. Например, на самолетах всегда говорится, что если, например, авария или что-то не так идет, необходимо спасательную маску на себя сначала надеть. То есть спасти сначала себя, потом помочь своему ребенку или другим, кто рядом. Таким же образом Шримати Радика, она говорит этот стих. О, возлюбленный Говинда, я не оставлю его никогда. После долгой разлуки Читань Махапрабху, то есть Шримати Радика, он выражает свое сердце. Махапрабху, он процитировал одну шлоку. После долгой разлуки одна девушка, она выражает свои чувства своим подругам, и она говорит, что после замужества я не так счастлива, как была до этого. Поднимите кто-нибудь руку, кто счастлив в этом материальном мире, будучи замужем. Что это за звук такой ужасный? Например,
Я путешествую в этом материальном мире. То есть люди, те, кто замужем, если вы у них спросите, вы счастливы? В этом материальном мире вообще кто счастлив? Все мужчины и женщины. Царь говорит, тот, кто является Махарадж. Махарадж говорит, я не счастлив. А кто счастлив? Индра. Индра говорит, Indra, he says, no, Indra, I'm not happy. Нет. Who is happy? Brahmaji. Ты несчастный. Brahmaji is so nice. Not only this, Brahmaji every time счастлив. I give in the benediction to the demon, and Lord just said it. Иногда я говорю, Господь Шри Сухадев. Why did you give this type of benediction? Then Brahma's class completely А, например, иногда Господь, Он ругает Брахму. А, например, Вишну, он иногда Нарсимхадев, он ругает Брахму. Он кричит, о, Брахма! И Брахмаджи, он чуть ли не писает. Так мы просили, пожалуйста, Лакшми Деви, пусть успокоит его. Тогда Прохлад успокоил Нарсимхадеву. И кто же? И кто же будет счастлив в этом материальном мире? Только тот, кто повторяет святые имена. Повторяйте его, Харе Кришна. То, что там кто-то лучше, кто-то хуже. Те, кто замужем, те, кто не замужем. Брахмачари, саньяси. Неважно. Если вы брахмачари или грихашка. Нет, я не говорю, чтобы оставляйте своего мужа или жену и ведите это чудо образ жизни. Нет. Вы можете жить вместе, повторять вот именно вместе. И какие же отношения будут между ними? Харинам. Неважно, грихастха, брахмачари, саньяси. Если, например, до саньяси не повторял святое имя. Или саньяси, который не повторяет святое имя, а грихастха, который повторяет святое имя, служит гуру Вайшнавам. Кто же выше тогда будет? Неважно, грехастха, наши шастры никогда не критикуют никакого грехастха. Вот, например, только что Мадхава Махарадж объяснил, кто такой грехастха и кто такие грехометхи. Когда Господь
Когда Кришна входит во Вриндаван. Все деревья так прекрасно украшены цветами, плодами. Когда истинный гуру приходит в ваш дом, что вы должны делать? Вы украсите свой дом. Гурудев приходит, Вайшнав приходит. А если, например, гуру Вайшнав приходит, вы плохо одеты? Никто не будет разговаривать с тобой. Таким же образом Кришна приходит. Но все деревья, они так прекрасно одеты со своими цветами, плодами. И когда Кришна приходит, деревья не склоняются, ветви деревьев склоняются над Кришной, создавая прекрасный зонтик. Как, например, царь идет, и его слуги держат над ним зонтик. Такой прекрасный зонтик над головой Говинды. Когда Кришна приходит, все ветви деревьев, они начинают трубить, то есть они начинают теряться друг от друга. Это похоже на звук трубы. Как, например, царь приходит в какую-то местность. И тогда все деревья, они предлагают цветы лотосным стопам Говинды. То есть они так встречают его. Например, гуру приходит, и тогда ученик, он должен предлагать цветы лотосным стопам гуру. Кришна пришел, и все деревья, они предлагают цветы лотосным стопам Говинды. Как, так же, как и гуру приходит, вы должны предлагать ему цветы. Когда царь приходит в зал собраний, в свой дворец, все предлагают ему цветы и все прославляют его. Таким же образом, когда Кришна входит во Вриндаван, все деревья, они предлагают цветы и фрукты, свои плоды, лотосным стопам Говинды. Когда Кришна приходит во Вриндаван, все чувствуют столько мамоты Кришне. Как возможно, чтобы Кришна... Говинда, он шел по дорогам в Раджи, и тогда деревья, они устилают... Все деревья, они устилают прекрасный, мягкий, ароматный ковер лотосным стопам Кришны. То есть, когда Кришна приходит, лепестки цветов и цветы, они падают на дороге Вриндавана. Устилая тело, прекрасный ковер таким образом. И весь Вриндаван полностью покрывается цветами. Mm-hmm.
Также Притхиви Деви, олицетворенное божество Земли, она думает, как мне послужить Кришне. И тогда она думает, я хочу служить Говинде, а с помощью своего языка. То есть язык в нашем теле — это самая мягкая часть нашего тела. И она разворачивает как бы свой язык, и Говинда идет по нему. То есть это вот есть вот эти мягкие дорожки Вриндавана. Когда придет настроение служения, когда столько мамады придет, а когда эта мамада приходит, то есть чувство обладания. И также оно сопровождается самбанда гьяны, знанием о взаимоотношениях. То есть всегда мы рассказываем только лила катху. Самое первое — это самбанда гьяна, знание о взаимоотношениях. Потом второе — это мамата, чувство обладания Кришне. До замужества мы не знаем человека, не знаем, каков он. Но после приходит знание о взаимоотношениях. То есть это мой муж или моя жена? Потом вы слушаете друг друга. Без самбанда гьяна ничего. Это шлока из Бхакти Чандрики. Наратам Дас Такур говорит, что когда придет самбанда гьяна, вы никогда не упадете. Но откуда же взять это знание самбанда гьяну? Ее невозможно купить на рынке. Где же взять это знание в взаимоотношениях? Кто даст? Гуру Пад Падма. Гуру Падма — это самбанда гьяна Прадата. Тот, кто дарует знания в взаимоотношениях своему ученику. Я всегда объясняю эту гуру татву. Кришна татву не так-то просто понять. Вы должны вначале понять, как создать взаимоотношения с гуру, самбанда гьяна. Чакшудана дила джей, джанми джанми прабусей. Диви гьян, гуру пракаш. Прям Бхакти Чандрике Гуру Дас Такур, он объясняет все эти вещи. И все наши ачарьи — это нити ситха парикари, это рагатмика джаны, вечные спутники Господа. И как они называются? Рагатмика джаны. Рага атмика. И когда Кришна приходит, они создают прекрасное укрытие, все так красиво украшают. Когда Кришна приходит, например, гуру приходит, ученик берет веер, начинает махивать Гурудева. Также, когда Кришна заходит в лес Вриндавана, тогда все деревья, они с помощью своих листочков и цветов начинают омахивать Говинду. Говинда Сева. Все стремятся служить Говинде. Все. И тут же приходят, и тут же на деревьях распускаются цветы, возникают также плоды, и они льют слезы. Например, если после долгой разлуки вы встречаетесь со своим Кришной, ой, вы встречаетесь со своим другом, вы льете слезы. Вы, например, вы встречаетесь с другом, вы обнимаете его, и также своими длинными руками, своими ветвями деревья обнимают Говинду. А Говинда обнимает деревья. Они предлагают цветы и лианы,
начинает тут же танцевать. Почему? Потому что Говинда Кешава. Например, когда гуру приходит в дом, тогда уже научится, они начинают танцевать, если я правильно поняла. Или когда муж приходит в дом, тогда жена начинает танцевать. То есть вот эти лианы, они олицетворяют Джон. То есть во Вриндаване все в грехастхе. Деревья — это мужья, лианы — это жены, цветы — это дочери, а плоды — это сыновья. Как прекрасно на Голока Вриндаване. Бхактивинода Такур сказал, тот, кто следует баджану и садхану, с помощью своей жены, всех родственников, и этот дом называется Голока Вриндавана. То есть это не просто дом уже тогда, это Голока Вриндавана. А там, где нет харикатхи, саду не приходит в тот дом. Этот дом — это вообще не дом. В совершенном смысле этого слова. Например, когда Гуру Вайшнава приходит в ваш дом становится Голока Вриндаваной. И где же Голока Вриндавана? У вас дома. Голока Вриндавана в вашем сердце. Зачем отправиться во Вриндаван? У вас ум там побеспокоится. Много обманщиков будут обманывать вас. Например, рикша стоит 5 рупий, вы спрашиваете, они говорят, он 500 рупий. Например, где Кешава Джагадхамат? О, вы знаете, очень далеко. Они будут объяснять вам, о, вы знаете, так далеко. Например, вот вы садитесь в рикшу, и он там едет, он там начинает потеть. Например, вы отправитесь на Ямуну, и там столько людей будут подходить и говорить, о, дайте денег. И там во Вриндаване столько всего для беспокойств. О, это слишком для меня. И все будут кричать, дайте денег, денег, денег. Нет. И столько проблем будет приходить, и люди, они будут говорить, о, Махарадж, я больше не приеду во Вриндаван. И Махапрабху, он говорит, то есть, как сама Шримати Радика, он говорит, что мой ум, он не отличен от Вриндавана. Не знаю, у кого какие мысли, что там, но у меня ум — это Вриндаван. И во Вриндаване деревьев, у них сколько любви. Говинде. И Кришна он говорит, что, вы знаете, мне нужно отправляться в другое место. Кришна говорит, мне необходимо отправляться в другой лес. И в следующем лесу вновь деревья встречают его. И
своими ветвями, не дают ему выйти. Кришна гладит их, говорит: «О, мои друзья, не волнуйтесь, я отправляюсь, но вновь я приду, я скоро-скоро вернусь». И скоро это когда? Вскоре, то есть там не указывается конкретно какое время. Например, вот где-то говорится, там на табло написано, что опоздание на 5 минут, и потом на 5 минут, например, когда вы самолет ждете. То есть там дается время определенное. Например, опять на экране высвечивается надпись «Опоздание». Но когда Кришна использует слово «сун», «скоро», Кришна говорит: «Вновь скоро я приду». Говинда говорит так. Когда деревья говорят: «О, Говинда, Говинда, просто запиши наши имена на страницах своего ума, Манупатра». Зачем? Например, перед сном ты отправляешься, ложишься спать. Иногда, например, вы лежите в кровати, но сон не приходит. И что же происходит тогда? Тогда все ваши игры с самого детства до сегодняшнего момента вы все начинаете вспоминать. И одна за другой страницы вашему ума, они открываются. Иногда вы смеетесь, иногда плачете. То есть, когда вы были расстроены или счастливы, все записано на страницах вашего ума. Это 100% так. То есть, с самого детства до сегодняшнего момента это все записано на Манапатре, на страницах вашего ума. Таким же образом деревья Вриндавана говорят: «Говинда, пожалуйста, запиши наши имена на страницах своего ума». И Шанти Чакравати Пад он говорит также об этом. Например, Кришна после прасады он ложится на колени Баладева Прабу. Тогда и он пытается заснуть, и тогда одна с другой страницы воспоминаний Кришны открывается перед ним. И также деревья с любовью и привязанностью они говорят ему те слова. И он вспоминает, о, так он вспоминает различные места Вриндавана, деревья, сколько любви у них в Говинде. Например, Гурудев проявил одну книгу. И Гурудев: «Пожалуйста, вы покупаете одну книгу и подносите Гурудеву: пожалуйста». Пожалуйста, подпишите эту книгу. И через много лет вы открываете эту книгу, уже после того, как ваш гуру, он ушел из этого материального мира, и вы видите эти строки, и тогда вы вспоминаете, сколько любви Гурудева было к вам. И тут же вы все вспоминаете, все воспоминания приходят в ваше сердце. И естественным образом вы начинаете лить слезы. Вы это можете сами почувствовать. Сколько любви у Гурудева к вам. Таким же образом деревья говорят: «О, Говинда, о, Гопал, Кришна, пожалуйста, запиши наши имена на листах своего ума». Так Кришна, он пришел в Вриндаван.
Go Advija Drona. Коровы, птицы. Го Двиджа Друма. Деревья. Олени. Сколько у них любви. Как возможно забыть Кришну? Как Кришна он может забыть не их? Как я уже говорил, вы не можете сделать хлопок только лишь одной рукой. Для этого нужны две руки. То есть любовь, она исходит с двух сторон. Кришна и его преданные. Например, мама Яшода Кришна, Нанда Махарадж Кришна, Гопи Кришна. Вчера я говорила. Кришна, он единственный Вишая Виграха, наслаждающийся. Только один верховно наслаждающийся Вишая Виграха, а все остальные Ашрая Виграха. Прибежище божественной любви. Ашрая Вишай встречаются вместе, и тогда према, любовь появляется. Например, иногда вы говорите, я люблю вас, кого вы любите? Твоя жена не Кришна, и ты не Кришна. Так откуда же любовь она может взяться? Это материальная любовь. Все это временно. Но идеальная любовь, нитья према, это Говинда. Господь — это любовь, любовь — это Господь, как говорится в Библии. И сестры говорят, любите Господа. Если вы действительно любите Господа, тогда вы будете также любить свою жену и всех остальных родственников. Попробуйте понять эту философию. То есть это также в Библии говорится и в других писаниях, на разных языках, но одно и то же. Итак, мы подходим, вот Чайтанья Махапрабху, он проявлял это настроение, глубочайшее настроение разлуки Шримати Радики, когда она встретилась с Кришной, и Шримати Радика выражает свои чувства Кришне. Вчера я говорил, что Чайтанья Махапрабху процитировал этот стих, в которой говорится, что замужняя женщина, она говорит, я несчастлива в своей семейной жизни. Потому что в семейной жизни столько обязанностей. Если бы вы были немного более возвышенном, на возвышенном уровне, я бы объяснил больше. То есть это любовь не этого материального мира, это вожделение, это все полностью духовно. Есть свакия, есть паракия. Любовь — это правила и предписания. То есть, например, свакия — это настроение возлюбленных, связанными узами брака. И по этой причине, и столько там правил, так нужно обязанности. То есть, когда вы вступаете в отношения мужа и жены, и здесь так много обязанностей приходит в жизнь. И тогда прямо любовь естественным образом уходит. Кришна в Варакарпуре взял жены скольких девушек, цариц? 16 108 жен.
С одной-то женой так тяжело. Сколько головной боли придет, о, Махараджи. Харибо. Я с детства был брахмачари, у меня нет этого опыта. Но люди приходят ко мне, о, Махарадж, ох, я так устал. А, не, или брахмачари подходит к Гурудеву и говорит, о, Махарадж, я так устал быть брахмачари. Ты устал от своей жизни, брахмачари, ты попробуй быть грихастхой. Поймешь, как там устанешь. Почему я говорю, это так и есть? Потому что в замужней жизни столько проблем, столько обязанностей, столько вещей, которые нужно делать. Вот, например, преданные поженились. А, например, вот во время Харикатхи, но в это же время вас зовут на свадьбу. И что же вы выберете? Вы должны будете отправиться на свадьбу, потому что... У вас нет вкуса идти туда? Ну, в соответствии с правилами предписания общества, Вы должны пойти на этот праздник. Но если не пойдете, общество тогда разозлится на вас. Только проблем. Вы хотите на Харикатху, но нужно идти туда. Что же делать? Я не хочу идти на эту свадьбу. Но общество, оно заставляет. И что там будет на этой свадебной церемонии? Там все будут пить, есть запрещенные продукты, танцевать всю ночь, трястись там. Вы не хотите туда идти. И вот муж и жена, когда, например, появятся дети, тогда любовь, она уже будет разделена между детишками также. Есть Садхарани Рати, Саманджаса Рати. И последний не расслышала. Может, в следующий раз Гурудев объяснит об этом. Тот, кто все время повторяет «любовь, любовь, любовь». Но какого значения любви? Какой же дар Господь Чайтанья Махапрабху он распространил всем? И что Махапрабху он раздавал всем остальным? Попробуйте это понять. Сегодня очень особенный, благоприятный день. И вы попробуйте осознать сердце Чайтанья Махапрабху. И как он тянул колесницу Господа Джаганнатхи. Thank you.
А сколько будет орать вечерняя?